космодроме «Восточный» начался новый этап создания космического ракетного комплекса «Амур». Во время подготовки технического комплекса космодрома была впервые проведена разгрузка блоков ракетоносителя, сборка в пакет первой и второй ступени и электрические испытания. Изделие полностью готово. Сейчас осталось только испытать еще раз в деле уже оборудование, предназначенное для перегрузки изделия НЖ на транспортно-установочный агрегат. После этого мы выполним операции по формированию эшелона, который предназначен для транспортирования. В состав эшелона входит транспортно-установочный агрегат с уложенным на нем изделием НЖ, специальная платформа прикрытия и подвижный агрегат термостатирования, в котором размещена в том числе и наша аппаратура, которая будет проводить в ходе транспортировки контроль параметров ракетоносителя при транспортировании на стартовый комплекс. Новые системы для подготовки ракет-носителей «Ангара» на техническом комплексе успешно прошли испытания. Стенд для сборки, новые рабочие места, системы пневмовакуумных испытаний уже показали свою готовность к работе с ракетой. А за моей спиной макет ракеты-носителя «Ангара» именно в таком виде. Он готов отправиться на стартовый комплекс для того, чтобы приступить к испытаниям уже стартового оборудования. Ровно в 9 утра «Ангара» наземная жидкостная покинула технический комплекс, чтобы проверить надежность железнодорожных путей и приступить к испытаниям на втором стартовом комплексе космодрома. Программа комплексных испытаний предусматривается ряд частичных заправок и полная совместная заправка, соответственно, со всеми сливами. По результатам комплексных испытаний будет устранение замечаний, выявленных в ходе комплексных испытаний, допуск стартового комплекса к работе с боевой ракетой. Вы только посмотрите, насколько масштабно это выглядит. И это еще не ракета космического назначения. Это макет, установленный в стартовую систему, без космической головной части. Именно с этого момента начинаются комплексные испытания стартового оборудования. Создание космической наземной инфраструктуры – дело трудоемкое и многоэтапное. Но первый вывоз, пусть не летной машины, а макета – это по-настоящему историческое событие.